Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Duna, или как еще ее называют, Toyota Dyna, 1996 года выпуска, двигатель 3 литра дизель, механика, задний привод, объем двигателя 2,8 литра, пробег на автомобиле 260 тысяч километров, засвистел ремень генератора, заводишь на холодную и стоит свист, газанешь, просвистит и перестает свистеть. Хозяин это раздражает, да, это неправильно. Ремень горит, поэтому надо подтянуть. Добираемся до натяжителя и натягиваем. Генератор у нас находится под водительским сиденьем, под компрессором кондиционера. По-хорошему, чтобы его натянуть, нужно снимать сидушку и снимать крышку под сиденьем. Вот сейчас зеркалом покажу. Вот зеркало установил. Видно натяжитель. Сейчас лампочку. Вот он. Вот это натяжитель. Идет ось и снаружи на оси гайка на 6. М6 натягиваем, и у нас генератор отходит и натягивает ремень. Но для этого нам надо ослабить гайку крепления генератора. Она находится в задней части. Сейчас попробую показать. Вот третьей руки не хватает. Сейчас настроим. Вот она. Вот у нас гайка. Так, это у нас компрессор кондиционера. А вот снизу под компрессором у нас генератор. И на генераторе нам надо ослабить гайку верхнего болта, она идет головка на 12, добираемся и ослабляем ее. По-хорошему, как я и повторюсь, нужно снимать сиденье. Но сиденье я снимать не хочу, поэтому мы натянем, не снимая. Ремень кондиционера натянут, ремень гидроусилителя натянут, а вот ремни помпы слабые. Ремень помпы и ремень генератора. Вот, изыскал я местоположение. Если посмотреть, под кондиционером я одел головку на 12 и ослабил вот эту гайку. Вот она. Я так, как же, вот сниму, покажу. О, гайку видно хорошо, поэтому верх я снимать не буду. Теперь иду с обратной стороны и под колесом натягиваю гайку натяжителя. Здесь хорошо видно ее. Вот этот пыльник приподнимаю. Сейчас резкость наведется. Ну давай, наводись. Вот, навелась. Вот эту гаечку сейчас подтягиваю. И у нас ремень генератора натянут. И не надо снимать крышку. На улице ветер сорвался.
побрызгаю резьбу ВД-шкой. Взял удлиненную головку. Сильно не перетягиваю, пойду проверю натяжку ремня. Еще пару витков и все. Ремень натянут, теперь можно идти и зажимать гайку верхнего крепления генератора. Как хирург через зеркало. О. Все. Ремни подтянул. Теперь запускаю, проверяю. На холодную всегда при старте шел свист и продолжался в пределах где-то 20-30 секунд. Никакого свиста. На этом все. Натяжку ремня генератора я закончил, не снимая сиденья, не снимая крышки. Всего вам доброго.